Здравствуйте. Здравствуйте. Мы так любим здесь читателей. Вот у нас юные читатели. Да. А вы вот какую-то интересную книжку читаете? Что это такое? Энциклопедия животных. Ух ты! Изучаем. Да. А вас как зовут? Самира. А, Самира, какое интересное имя, красивое. Здорово. А ты читаешь уже сама? Или мама читает? По крайней мере, она вот сидит возле книжек. Самира, а вы же не Самира? Хотел сказать Самира. Нет, я не Самира, Алина. Алина, я Салават. Очень приятно. Я здесь просто мимо проходил. Смотрю, вы в Башенкоме. Думаю, наверное, чем-то интересным занимаетесь. Чем? Работаю микробиологом. А, микробиолог, это же так интересно. А где работаете? В биолаборатории нашей. А, вы Башенкомовская? Да, да. А я думаю, со стороны пришли, потому что вот как-то вот робко сидите. Нет, мы с Башенком. И расскажите, какие там секреты в ваших лабораториях? Ну, все секреты не расскажу. Но то, что можно. Много, много новых разработок, особенно касающихся человека для препаратов не только для растений. Сейчас у нас популярными становятся и биопрепараты для человека, для поддержания здоровья человека, в том числе это наша линейка БАДов Холмспарин, наши разработки в области аутоштамм, аутопробиотиков. А, вот вы занимаетесь пробиотиками как раз, да? Ну да, в том числе и я. А я вот пил хомоспарин ваш. Угу. И знаете, привыкаешь к нему, и он даже становится вкусным и хочется... Это да. Многие такое отмечают, что привыкают ко вкусу. Поначалу кажется таким специфичным, а потом уже привыкают, адаптируются и наоборот кажется очень вкусным. Привыкают к пользе от него, к эффектам, которые ощущают. А вы сами-то пьете его? Да, конечно. Серьезно, регулярно? Периодически прохожу курсами полноценными, да. Это у нас же там целая система приема, то есть, которую мы сейчас называем. Трехступенчатая система по уходу и реабилитации за собственным микробиомом. Она включает вот в том числе хомоспорин форте, вторая ступень это хомоспорин лакта, хомоспорин бифида, это уже третий этап. Угу. И вот периодически, да, я для поддержания организма в целом, я принимаю полностью линейку эту всю. Здорово. Полностью даже? Ну да, все, все три этапа. Скажите, а вот в Самире, например, можно такое? Можно. Можно? Прямо ребенку тоже можно? Да. Те, что второй, третий этап хомолакты, хомобифидов с живыми клетками, они разрешены детям с года, которые первый этап хомоспоринфорта у нас рекомендуется детям только с 3 лет. Ага. А Самире сколько? Самире 4 уже. 4? Да ты большая девочка. Здорово. Вопрос такой, на засыпку-то. Вы, наверное, никогда не болеете? Или все-таки болеете? Ну, бывает периодически, но не так, возможно, часто и не так сильно, как... И все-таки... А, да. То есть уберечь все равно трудно? Ну да, не все можно решить. Волшебной таблетки, так сказать, не существует все равно. Но лучше профилактика? Но лучше профилактика, конечно, да. Спасибо. Да не за что. Спасибо, что вы так... Приятно было пообщаться. Да, что вы так добры рассказали нам. Неожиданно было для меня. Это что? Спасибо.